никого. Что это за дверка загадочная? Надо мне туда зайти. О, как здесь интересно. Кэти Кьюти! Кэти Кьюти, ты где? Вы не видели ее, ребята? Может, она здесь? Я уже проверила. В этой дверке никого нет. А вот эта дверка вообще не открывается. Кэти Кьюти, не переживай, я здесь. Я достану тебя оттуда. Какая-то дверка дурацкая. Она, наверное, закрыта на ключик. Кэти Кьюти, я здесь. Эх, бедненькая Эдис Биби. Не открывается она от того, что это сюрприз. Сюрприз? Да, сюрприз. Дверка внутри. Мы должны распаковать эту коробочку и проверить, какая здесь дверка. О, давайте скорее это делать. Тогда мы точно найдем Кэти Кьюти. Давайте начнем распаковывать. Раньше дверки были голубенькие, а сейчас зелененькие. Ой, здесь только персонаж, здесь без дверки. Дверка вот эта вот сама. И один сюрпризик. Кэти Кьюти! Кэти Кьюти, ты здесь? Нет ее там. Какая еще Кэти Кьюти? Да, это наша дверка. Вы кто такие? Я Вуди из мультика «История игрушек». А я принц Эрик из мультика «Русалочка». О, я люблю русалочек. И игрушки я люблю. Смотрите, у меня на поясе даже написано «Игрушка». А с нами в дверке еще одна игрушка была. Да, ребята, вот она в пакетике. Маленькая уточка. А меня зовут Дейзи Дак. Я из мультика «Микки и его друзья». И в дверке еще шла одна маленькая подставочка. Только для одного персонажа. Оп. Для самых маленьких. Вот эту дверку проверим, вот эту. Кэти Кьюти, выходи. Давайте откроем и эту дверку. Посмотрим, кто здесь спрятался. Мне нужна Кэти Кьюти. Сейчас проверим, кто здесь. Смотрите, блестящая фигурка. Это маленькая Рапунцель в розовом платьишке с маленьким Паскалем в руке. А это кто? Ну-ка, что за рыбка? Похоже на флаундера. Он тоже из мультика «Русалочка». Русалочка, где русалочка? Может быть, она тоже в этой дверке? Не видно. Только предыдущий был сюрприз-пакетик. Значит, сюрприз-пакетики не в каждой дверке. Кэти Кьюти, Кэти Кьюти, ты где? Ее и здесь нет. Надо вот эту дверку открыть. Давайте откроем эту дверку. Я думаю, что она там. Кэти Кьюти, Кэти Кьюти, выходи. Как не хочется разочаровывать нашу Эдис Биби. Надеюсь, что Кэти Кьюти здесь. За этой зеленой дверкой. Откроем. Ой, смотрите, кто выпал. Это же зайчик. Здравствуйте, я Джуди Хопс, и я полицейский. И это моя любимая работа. Но по секрету я очень люблю есть морковки. Вчера я съела целую корзину. А я знаю, как будет «ел» на английском языке. Я очень люблю иностранные языки. Как будет «съел» на английском? Это короткое слово. Оно будет «ate». Я ел, I ate. Ate, в общем. И у нас еще здесь, ребята, смотрите, кто выглядывает. Микки Маус. Всех приветствую. Я хочу со всеми вами дружить. И все, посмотрите, больше ничего нет. Только подставочка. Дадим ее Микки Маусу. А Кэти Кьюти? Ее здесь, к сожалению, тоже нет. Тогда вот эту дверку проверьте. Давайте ее проверим. Ну-ка. Открываем. О, здесь тоже два персонажа, и я не вижу сюрприз-пакетика. Нет. О, прекрасная девушка, можно вас пригласить на танец? Спасибо, я думаю, можно. Ура, меня зовут Ганс, а меня Ариэль. Это же Ариэль, и она такая же блестящая, как и я. Блестящая Ариэль. Ну вот в этой дверке точно должна быть Кэти Кьюти. Проверим вот эту, последнюю дверку. Моана! И маленькая обезьянка из мультика «Аладдин». А я Моана. Моана, ты не видела Кэти Кьюти? Нет, не видела. Но там в дверке с нами кто-то еще был. Может быть, это она? Неужели это она? Ой, здесь какой-то есть сюрприз, пакетик. Ну, конечно, это точно не Кэти Кьюти. А еще какой-то персонаж из детского мультика. Это же Макс. Макс из мультика «Русалочка». Эдис Биби, кто это? Это я, твоя подружка. Знаешь, здесь какие интересные дверки. Кэти Кьюти, я тебя же потеряла. А что меня терять? Вот она я, здесь. Ну вот, ребята, и нашлась маленькая девочка Кэти Кьюти. Подружка Эдис Биби. А еще и разные персонажи из диснеевских мультиков. Математика. А я не люблю, когда мы изучаем разные формулы. Мне нравится, когда мы разговариваем о чем-то необычном. Например, о бесконечности. Дорогие ученики, сегодня у нас необычный урок.
Сегодня сквозь временное отверстие, которое мы создадим с вами, к нам придут гости. Ого, ничего себе, временное отверстие. Вот это мне нравится. И нам помогут в этом кристаллы. Не эти, а вот эти. Огромный кристалл, состоящий из множества маленьких кристалликов и специальный телескоп. Ну что, ребята, если вы готовы... Готовы! Тогда приступаем. Вот они, ребята, гости из будущего. Давайте мы с вами посмотрим, какие же это интересные гости из будущего. Открываем. Шарик фиолетового цвета с куколкой Ло в блестящем костюме. И шарик, ребята, очень легкий. Вот молния. Ой, пленочка такая тоненькая. Здесь тоже выглядывает куколка Ло. А у нее крылышки ангелочка. Следующий слой. Шарик золотистого цвета. И последний. Под крышечкой ничего нет, зато внутри сразу куча разных сюрпризов. Наклеечки, чтобы обозначить, что делает куколка. Подсказочка. Буклетик коллекционер. Вот какие куколки нам могут попасться. Красивые куколки с крылышками. Проверим. О, вот какие крылья. И все у нас, ребята, в одном пакетике. Туловище отдельно, платьишко отдельно, розового цвета, и на нем написано «Baby». Есть кружечка, красивая розового цвета расчесочка, еще одна кружечка и крышечка. Вот для этой кружечки у нас две кружечки. Серебристые крылья красивые, коричневого цвета ботиночки и голова. Соберем все это, соединим голову с туловищем, наденем платьишко, а вот сзади можно закрепить крылышки. Замечательно. Ботиночки. Ах, красавица. Причешем ей волосы, причесочку аккуратненько сделаем и дадим ей попить. Ой, кружечка не залезает. Попробуем напоить ее из кружечки. Посмотрим, что она делает. Она плюется. Привет, я девочка из 8 серии куколок Ло. И в 8 серии мы все идем с крылышками. Ничего себе. Проверим куколку из 27 серии. И эта серия Blink Series блестящих куколок Ло. Открываем. О, шарик очень похож на Blink Series. Сейчас посмотрим, какая здесь куколка. Точно такая же этикетка. Идем дальше. И шарик золотого цвета. Вновь такая же упаковочка. Написано, что будет 15 сюрпризов. И под крышечкой опять ничего нет. Открываем 27-ю серию. У нас здесь есть буклетик. Маленький. Ага, здесь, наверное, будет еще и следующая волна. Значит, мы можем найти вот такие вот замечательные куколки Лол. Для чего-то здесь есть коды и подсказочка. И вот он, целый пакетик с куколкой. О, какая кукла. Открываем. Здесь также есть расчесочка. О, с цветочком. Платьишко симпатичное со звездочками. О, какие красивые блестящие сапожечки. Голова. О. Туфельки на высоких каблуках. Одна кружечка. И тело. Посмотрите, что у этой девочки. У нее ротик здесь, а губки вон где. Бедная куколка. Наденем ей платьишко. И здесь ей также можно надеть крылышки. Расчешем ее красивые волосы. Попробуем надеть туфельки на высоких каблуках. Мне кажется, они очень большие. Смотрите-ка, и подходят. О, какие высокие туфельки. Ну-ка, поменяем их на аккуратненькие, голубенькие. Вот так. И попробуем ее также накормить. Я думаю, из кружечки даже не стоит пытаться. И она тоже плюется. Она похожа на инопланетянку. Мы все такие куколки из 27 серии. А вот какие интересны куколки из 21 серии? Надо проверить. О,
розовый шарик. О, это вообще серия Glam Glitter. И нарисована маленькая куколка Лол, сестренка. Может быть, здесь сестренка? Проверим. Здесь тоже сестренка нарисована. Дальше. О, шарик фиолетового цвета. Точно такая же этикеточка. И под крышечкой ничего. Открываем шарик. А здесь у нас целый пакетик опять. Подсказочка. О, стикеры такие интересные. Посмотрите, здесь одни смайлики. Ангелочек, куколка в очках, смайлик в солнечных очках, чертенок и смайлик в обычных очках. Какие же куколки бывают в этой серии? Вот они все. Сейчас проверим. О, здесь еще маленькая сестренка есть. О, как здорово. Вот так 21 серия. Стекло для шпионов. Голова соединяется с туловищем. Платьишко голубенького цвета. С зелеными вставочками. Туфельки аккуратненькие. Расчесочка. Можно ей тоже волосы причесать. Кружечка и маленькая сестренка. Вот какие они куколки из будущего. И осталась последняя коробочка серии шпионов. Такие яркие звезды и полумесяц темной ночью. Изображены маленькие сестренки и большие куколки Лол. Очень интересно. А шарик какой необычный. И здесь везде вот это вот черное небо. Что же оно символизирует? И откуда открывать этот шарик? Первый слой. Шарик розового цвета. О, вот они, звездочки. Второй слой. Ой, и здесь вылетел ключик. Наверное, с помощью этого ключика можно открыть этот шарик. Но я сломала золотой ключик. О, зато шарик открылся вместе с куколкой. О, посмотрите, это лампочка. Наверное, это можно использовать как ночник. Ой, здорово. Посмотрим, какая куколка здесь. Так. Сумочка. О, какая красивая. С жемчужинами. Опять стекло для шпионок. О, костюм крутой-крутой. Туловище отдельно. И голова отдельно. Соединяем. И одеваем нашу куколку. Красные ботиночки. Или это кроссовочки у нее такие. И сумочку на плечо. Вот. Проверим, меняют ли эти куколки цвет. В холодной водичке. Нет, не меняет. Мы у нее не проверили сюрпризик. Наверное, она просто... Ой. Ой, она у нас даже не плюется. И в теплой водичке. Меняет. Посмотрите, что происходит с ее платьишком. Оно становится голубеньким. Вот что значит серия шпионок. И в холодной водичке оно вновь становится фиолетовым. Синеет. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот такие мы шпионки. Следующая куколка в холодной водичке. Ничего не происходит. А в теплой... И в теплой ничего не происходит. Проверим, что она делает. Ой! Ой, она плюется. Ой-ой. Ее младшая сестренка в холодной водичке. Ничего. А в теплой? И в теплой остается такая же. Еще одна куколка в холодной водичке. Не меняет цвет. И в теплой тоже. И куколка восьмой серии с крылышками. Цвет не меняет. Так же, как и в теплой водичке. Ну вот, ребята, теперь вы знаете, какие в будущем нас ожидают куколки Лол. 8, 21 и даже 27 серии. Ну а теперь им, ребята, пора возвращаться домой, обратно в будущее. Попрощайтесь с ними, скажите пока-пока. Пока-пока.